Дорогие друзья, на канале Автохакер, и у нас очередная покупочка приехала со штатов. Это Dodge Dart SXT версия, у меня Limited. Вы все видели, я первое видео на своем канале загрузил черный, а это пришел SXT, упрощенная немножко версия. Нету таких, например, как кожаного салона, да, нету там, ну, каких-то еще деталей, тех, что у меня стоит двигатель 2.0, у меня 2.4. Ну, соответственно, немножечко отличается. Сейчас вам покажу, в каком он состоянии полностью находится, как все пришло. Вот, к примеру, было колесо поломано, да, полностью он в отбойник влетел. И, соответственно, мы колесо уже поменяли вчера еще ночью. Сегодня утром я вам решил снять видео. Так что давайте пробежимся, посмотрим более детально. Вы видите вот такой автомобильчик. Давайте я сейчас сбоку вам покажу быстренько, как это все, как он пришел. Он на таких титанах. Как вы видите, вот здесь уже повреждения на крыле нужно будет выравнивать. Это еще эта сторона хороша, друзья. Я вам покажу в ту сторону, вы офигеете. Нету, как вы видите, лючка. Самой крышки ее сняли. Это баксов, наверное, 10-15. Колесо заднее может быть пробито. Ну, или спущено. Вот так оно пришло. Сейчас будем подкачивать. И сильно повредился задний бампер. На заднем бампере мы можем наблюдать, как идет вот такая вот вмятина, трещина. Ну, нужно будет снимать и смотреть, как она повреждена. Можно даже запаять, я думаю, какую-то там накладочку поставить, это все запаяется. Это, в принципе, второстепенный уже вопрос. И здесь вот такая вот потертость, которую будем тоже устранять. Что же дальше по автомобилю? Дальше мы видим, что задний бампер дальше вот тоже нарушен. Видите, подряпан. Багажник вам не смогу открыть. Там одна запаска. Кстати, нету, наверное, при погрузке или выгрузке своровали домкрат. Потому что в моей версии он был. Ну и в этой SXT он тоже должен бы быть. Ну, нету, сама запаска, докаточка. Сейчас вам покажу ту же сторону. Вы будете удивлены. Салон такой прекрасненький. Под капотом у нас 2-литровый двигатель. Тоже хороший движок. Кстати, вчера запускал я его полностью, автомобиль завелся, все отлично. Сейчас сняли аккумулятор, заряжаем. И нарисовалась следующая проблемка. Как вы видите, вот бампер в таком состоянии, полностью треснутый. Да? Заказали за 3000 гривен полностью, ну, бэушный с разборки бампер, соответственно, и нижнюю губу. Также, как вы видите, течет все-таки радиатор. Радиатор на разборке где-то 1000-3500 стоит, потому что этот действительно вон потек, и видно, как с него выкапывает жидкость. Ну, вчера завелся автомобиль, мозги, никаких ошибок таких не было, мозги работали хорошо, капитально. Как вы видите, здесь нужно будет производить чистку двигателя в любом случае, потому что вот в таком состоянии генератор у нас там тоже вон. В таком состоянии весь поржавелый. Ну, то есть автомобиль стоял месяца 2-3, 100%. Конечно же, нужно будет масло менять, конечно же, нужно будет все просматривать, ходовую часть, и это все проверять. Потому что состояние автомобиля, как вы видите, что действительно он долгое время стоял. Что у нас по вот этому колесу? Дальше, в конце видео, досмотрите, я вам покажу, в каком состоянии колесико с этого автомобиля было. Это мы заказали отдельно диск титановый на разборке. Стоил он 2800 вместе с доставочкой. Поставили. Единственное, что будем брать с покоцанного диска, там хорошая резина, чтобы одинаковый был протектор, будем ставить, конечно, вот сюда. Здесь, конечно, надо будет смотреть стойку, потому что удар был действительно очень и очень жесткий. Как вы видите, вон как сильно повреждено крыло. То есть вы представляете, какой удар. Сейчас я вам покажу титановый диск после него. Вы будете в шоке. И заднее колесо. Смотрите, как развернуло. Кстати, на фотографиях не было вот этого вот повреждения. Там было все задним колесом отлично. Когда уже автомобиль сюда пригнали со штатов, было обнаружено, что вот такое вот заднее колесо. Нужно будет смотреть, что там сзади вырвало. Это непонятно пока. Ну, задний бампер полностью покоцан. Как вы видите, ему нужно тоже будет крыло выравнивать, дверька вон ушла, тоже как-то выравнивать. И это все настраивать. Вот такая вот покрышка. Покрышка в идеальнейшем состоянии. Ну,
только что посмотрел, протекторы все-таки отличаются. То есть спереди и сзади разные протекторы. Ну, тем не менее, будем ставить, потому что она в отличном состоянии. Ну и давайте вам, друзья дорогие, покажу, что случилось с самим диском. Дядя Петя сегодня разбирал полностью болгаркой, его резал. И я предупредил сразу же, что здесь находится датчик давления в шинах, чтобы его не срезали. Вот такой вот датчик, видите, его сняли верхушку. И сам диск, то есть вы представляете, какая была сила удара, когда он влетел в отбойник, что полностью покоцало сам диск. И он уже реставрации не... Ну, ничего с ним уже не сделаешь, соответственно, металлолом можно дать. Вот такой вот был сильный удар. Смотрите, что у нас в автомобиле. Автомобиль, ну, не в таком состоянии ужаснейшем, что там он подцвел или какие-то там еще какие-то дефекты. По автомобилю все отлично. Тут еще мне нравится, у меня в кожаной версии сидушек нету вот этой вот самой вставочки. Здесь уже вставочка и, соответственно, какие-то здесь, вон, видите, находочки будем смотреть. То есть тайничок небольшой есть. Тоже подлокотник покоцан, как у меня. Нужно будет или на перепрошивку отдавать, или что-то еще. Вот видите, такие трещинки небольшие. В целом все есть, все отлично. Коробка тоже автомат на автомобиле. Полностью есть экранчик. И вот такой вот ключ. Если у меня смарт-ключ, то здесь уже идет вот такой вот, что нужно вставлять в автомобиль, в замок зажигания, и потом автомобиль заводится. Мы видим кнопку багажника, открытие, закрытие, паник, как у меня на ключе. Соответственно, вот есть ключ, если села батарейка полностью, вы можете открыть в ручном виде. Ну, это все знают. И, конечно, кнопка автозапуска. То есть, два раза нажал, и машина должна заводиться. Это все будем тестировать со временем, друзья. И буду вам уже это показывать в следующих видео, когда машину полностью адрес. Сзади вам сейчас покажу, что еще у нас сзади, в каком состоянии. Как я вижу, нету сразу ковриков для ног. И вот такой вот салон. То есть, салон полностью тряпочный. Нужно будет, конечно же, делать химчистку, дорогие друзья. Потому что вы видите, там какие-то потертости, там какая-то грязь, соответственно, была покрышка ехала на заднем сидении, и от этого вся очень большая, много грязи было. Салончик автомобиля. Руль, кстати, в отличном состоянии, нету таких потертостей, как у меня. То есть, ну, в отличном состоянии полностью. Как вы видите, тоже кнопки, блокировка задних дверей, блокировка стекол. Вот здесь тряпочкой тоже обшит. У меня вот этот вот кожа идет. Соответственно, регулировка зеркал, все это есть. Очень большой плюс, что здесь экран стоит, как вы видите. То есть экраном можно будет сенсорный все управлять. Сама панельная приборка, как видите, просто не электрическая, нету ничего. Тахометр, спидометр, такого нету ничего. Ну, отличие, конечно, от версии максимальной, от обычной есть. Как вы видите, в целом автомобиль отличный. По реставрации где-то он займет $1000. Времени где-то пол, я думаю, месяца, дней 15, он будет полностью на ходу. Автомобиль хороший, я думаю, стоит было брать такую покупку. А такая покупка обошлась не сильно дорого. В растаможке она где-то 5,5 стала, эта машинка. Реставрация займет 1006,5. И, соответственно, можно уже будет ее продать 1008, я думаю, не меньше, дорогие друзья. Он, кстати, балабас вам с Америки. Как видите, кто-то кушал. И таких вещей очень много в автомобиле. Люди, то есть, как бросают автомобиль, на дороге вызывают страховку, и все вещи их остаются в автомобиле. И, как вы видите, их никто ничего не забирает. Вот такая вот история этого. Дорогие друзья, мое видео вам понравится многим. Вы подпишитесь на мой канал и поставите этому видео лайк. Чем больше лайков, тем больше новых видео для вас. Сегодня был на осмотре у нас вот такой вот Dodge Dart 2013 года. Видите, все я вам показал, как оно есть. Вы уже пишите, стоит ли такую машину было брать или все-таки нет. С вами, как всегда, был Автохакер. До скорых встреч. Надеюсь, это видео многим из вас все-таки понравится.